Привет, друзья! В рамках указа президента США об усилении границы Мексики и США началась переброска подразделений корпуса морской пехоты на конвертопланах MB-22B. Конвертоплан BLV-22 Osprey – это гибрид самолета и вертолета. Он совершил первый полет в 1989 году. Конвертоплан разрабатывали около 30 лет компании Bell Helicopter и Boeing Rotorcraft Systems. На разработку было потрачено несколько десятков миллиардов долларов. Разработку сопровождало множество скандалов. Силовая установка конвертоплана состоит из двух двигателей Rolls-Royce 1107, расположенных в поворотных гондолах на концах крыла. Силовая установка имеет систему охлаждения выхлопных газов. Это снижает заметность летательного аппарата в ВК-диапазоне. Двигатели меняют свое положение из вертикального в горизонтальное примерно за 12 секунд. В целом, можно сказать, летательный аппарат очень сложный. Подача топлива, управление двигателями и другие системы долго оптимизированы. Это сказалось на надежности. Конвертоплан BLV-22 дорог и сложен в эксплуатации. При использовании в Афганистане ресурс двигателя был всего лишь 200 часов. Несмотря на это, военные США довольны им. Bell CV-22B может развивать максимальную скорость в самолетном режиме 565 км в час. В вертолетном режиме 185 км в час. Высота полета до 7620 метров. Конвертоплан может перевозить 24 десантника или 12 раненых на носилках. Масса груза, перевозимого на внешней подвеске, 6140 кг. Внутри грузовой кабины 9000 кг. Экипаж 4 человека. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.